Привет, друзья! Мы продолжаем проходить растение против зомби 2, китайская версия. Я не делал долго видео, потому что работы было много, но в игру я все равно заходил. Заходил для того, чтобы подраться с зомбоссами и быстренько раскрыть сундучки, если их можно было раскрыть. Также за кадром я успел открыть полностью растение двойной подсолнух. Я думаю, нам оно немного поможет в прохождении. Что еще? Ну и так немножечко добавилось пазлов к некоторым еще не открытым растениям. Вот довольно-таки активненько дают костюмчики. Костюмчики дают на вот высокий орех. Но сам высокий орех что-то не активно открывается. А если честно, друзья, нужны костюмы на орехи. Что на маленький, что на высокий, но вот что-то вот высокий еще у нас не открыт. Видите, у него практически уже полностью есть костюм, но он не открыт еще. А вот маленький открыт, но костюма на него нет. Такая беда. Сомневаюсь, что здесь есть какой-то рандом в этой игре. Явно что-то идет как-то по какому-то уже изначально известному сценарию. Да, вот у нас подарок на каждый день. Вот этот вот лотос, видимо, тоже будет собран. Видимо, нам как-то тоже обязательно нужен и нам поможет. Давайте откроем сундучки. Здесь обычные будут пазлы, конечно же, да. Ничего интересного. Здесь мы открыть тоже можем. Здесь, ну вот имитатор, да. Имитатор, конечно, это вещь хорошая. А даже если у меня были бы, например, гемы, я бы докупил имитатор и открыл его полностью. Ну вот это еще более-менее. Правда, неизвестно, получится ли его открыть, этого имитатора, потому что даже если не будет хотя бы одного пазла, то он не будет открыт. Так, ну и вот с этим зомбоссом можно подраться. Мы еще его не проходили, но эту птичку можно одолеть. А правда, друзья, бой с этим зомбоссом непростой, я хочу сказать. В прошлый раз я полностью дошел до вот этой верхушечки. Пару раз крутил рулеточку, а может быть даже несколько раз, по два раза. В общем, вот эта вот фиалка, или как там ее, да, уменьшающая, не знаю, вот это растение. Оно очень хорошее, конечно, но я его еще не открыл. Мне выпадали тут монеты, в основном там по десятке, по тысяче, да вот эти вот комплекты с аптечкой. Вот, поэтому я периодически, конечно же, стараюсь убить всех этих зомбоссов. В принципе, их можно всех убить, я уже их убивал всех абсолютно, которые мне предоставляли, но только первого уровня, друзья. А второго уровня мне еще ни одного зомбосса не удалось убить, вот именно вот на вот этом этапе. А третьего, естественно, тоже никак, я до него даже не доходил, поэтому только вот первого уровня. Аптечку довольно сложно гасить. Честно вам скажу, ее сложно гасить, но можно. Чем мы, собственно, сейчас и займемся. Немного опасно, потому что у меня 14 гемов и 10 могут забрать на восстановление вот этого, вот этой вот платформы. Это плохо, поэтому надо так сделать, чтобы птичку завалить все-таки. Но это очень сложно, друзья. Вот с птичкой сложно сражаться, потому что она вот часто опустошает наши, вот эту платформу с растениями, просто убирает их оттуда, отовсюду. В прошлый раз мне было довольно сложно ее победить, и далеко не с первого раза я это сделал. Вот, но сейчас опасно, потому что гемы есть, их можно потерять, потому что выскакивает табличка с просьбой восстановить вот эту вот платформу, и я понятия не имею, куда нажимать, чтобы не восстанавливать ее. В результате вот такая проблемка. Поэтому, если что, надо поглядывать за этим делом. Итак, что нам тут понадобится, это точно убираем. Нам вот эти вот самолетики понадобятся, без них вообще никак. Они дамажат на каком-то этапе довольно неплохо. Это нам тоже понадобится. Лава-гуава. Ну, здесь лава-гуава — это бесполезная тема. Так. Ну и грохомет, потому что он у нас второго уровня. Это тоже нам здесь точно не понадобится. А стенка нам тут вообще никак
понадобится. Вот это, кстати, неплохо сработало, но его нельзя много взять, этого растения. И его очень быстро тут убирают, это растение. Но если его много посадить, то эффект будет неплохой. Но много мы его тут посадить, к сожалению, не сможем. А что еще? Ну тут практически вообще без вариантов. Может быть, когда будет подлетать Бонгчо, ему дамажить, но я сомневаюсь, что ее можно дамажить, эту птичку, когда она подлетает. Потому что там она просто растение выдирает и все из этой платформы. Уничтожает, короче. Ну ладно, давайте начнем. Подсолнухи тут нам, конечно же, будут нужны. Потому что регулярно будут уничтожаться наши растения. Вот видите, тут шкала еще одна с целостностью этой платформы. Так. Много я, конечно, не смогу здесь посадить этих горохометов, ну вот хоть сколько-нибудь. Планты, наверное, придержу, их тут два всего дается. Ну и все остальное, вот эти вертолетики, самолетики. Их тоже много не стоит садить, птичка становится сразу агрессивной, если совсем уж так много, и начинает их прям выклевывать здесь. Вначале это потеря солнца, очень нежелательная потеря солнца. Вот как-нибудь так вот посадим. Ну и хватит. Смотрите, у меня 50 всего осталось, что-то как-то маловато будет. Ну ладно, у меня там еще подсолнух, если что, доберемся. Вот они неплохо так дамажат, но в купе со всеми растениями, видите, плюс еще вот эти вот зомби бегут и фиготенько получается. Она потом такие вещи творит очень нехорошие, эта птичка пускает просто какие-то волны непонятно чего и полностью уничтожает все растения здесь на платформе. В общем, есть такие сложности. Добить, в общем, сложно. Птичку. Реально сложно. Вот она полетела. И видите, да, что происходит. Хлоп, и все, у меня нет части растений. И плюс эти еще, конечно, мелкие там подходят, начинают что-то такое делать. Так, ну я, в принципе, могу сейчас начать вот это вот делать. Потому что потом я боюсь... А, вот все, она ушла, ушла, видите, вот это плохо, что ушла. А, ну у меня есть еще возможность задамажить. За счет вот этого вот. О, ну и что, где мой плент-то? А, все. Мне не дали дополнительный плент, потому что птичку мы сразу завалили. А, про акулу можно забыть, там без вариантов она сразу валит. Ну тут да, тут большинство боссов вот такая система, что их под конец именно надо плинты вот эти вот использовать. Потому что вначале, если плинты использовать, птичка начинает переходить там в какую-то фазу невероятно жесткую. Вообще жесть начинается. Так, а что это? Даст нам дополнительный плент? Нет. Да, даст, но толку уже в этом никакого не будет. Вот они все идут второго уровня, тут вообще без какого-либо варианта. Можно подкормить вот этого. Видите, даже сколько здоровья уходит? Вообще никак, ни о чем. Бесполезно с этой акулой биться пока что. К тому же здесь нужны вот эти вот специальные способы. Ну вот, я только что попытался горохометик. Очень мало отнимает. В общем, рано еще с этим боссом нам биться, пусть не полностью уходит. Так, надеюсь, мне тут табличка не выскочит с предложением там косилочку добавить. Нет, не выскочит, хорошо. Ну, друзья, второй и третий босс, это тут пока что нам нереально их завалить. Может, есть какой-то способ, напишите. Я пока, у меня пока что не нашлось стратегии на вторых и последующих боссов. Так, ну и давайте заберем наш приз.
Так, вот здесь вот. Скорее всего, монеты будут. Ну вот, видите, я прям угадал. Но здесь на самом деле главное вот это вот получить. Ну, чтобы это получить, вот эти пазлы, это надо очень долго с зомбоссами сражаться. Просто вот, все закончились. Ну и вот этот вот, конечно. Вот эта шкала будет заполняться по мере необходимости. Так, ну давайте, ладно, посмотрим еще файт. Что там нам предлагают вот эти зомбосы. Тут вот целых три у нас будет. Вот этого, кстати, я научился валить более-менее. Но, опять же, это сложный зомбос, друзья. Реально очень сложный. Вот этот пороховый дьявол. Но завалить его вполне реально здесь. О, арбузик. Арбузик — это хорошо. Арбузик — это очень хорошо. Да, даже, наверное, вот это вот возьмем, я думаю. Может быть, как раз получится хоть что-то открыть. А здесь стали очень агрессивными вот эти мобы. Друзья, я сейчас немного другую страту использую, чтобы их валить. А, прошлая страта неплохая, но малых закидывают часто. Почему-то не справляются горохометы, и приходится стату менять немножко. Страту. А, сейчас покажу примерно, что я тут начал менять. Так, тут нам понадобится панкчо. В принципе, все, что есть, все нам понадобится. Тут единственное, солнце может закончиться, за этим надо следить, потому что не дают подсолнуха. Короче, я играю с подстраховкой, если можно так сказать. Но эта подстраховка снижает дамаговость моих растений. Но если делать все правильно, то будет нормально все. Вот здесь вот я сажаю стену орех. Как ни странно, здесь тоже стену орех, потому что часто проедают вот эти вот... Пни проедают, друзья, вот это проблема реально. И вот здесь тоже по стене ореху сажаю. Хотя, в принципе, вот это не совсем правильно. Но тут бочки успевают подкатить и разрушают тоже, бывает, пни. И это приводит к эпику. Поэтому вот как-то так, с подстраховочкой. А это для малых. Малые часто вот сюда, на эти позиции падают и съедают горохометы. И чтобы, короче, хоть как-то подстраховаться, приходится вот так делать. Но это значительно снижает дамаговость вот этой всей системы. Но опять же, у нас есть бонгчо и будет плент. Как бы с этим проблем больших не должно быть. Самое главное, чтобы попугайчики не уперли наши стенки. Ну, даже если они упрут стенки, ладно, мы можем их заново высадить. Главное, чтобы вот они не уперли вот эти вот пни, да? Вот такие дела, друзья. Ну и давайте начнем. Бонгчо мы потом подсадим. И видите, у нас еще 925 в запасе есть. Ну, как правило, эти орехи разрушаются, но все равно они немного помогают. Они как бы секунду или две дают нам. Как... Вот попугаи сейчас полетят. Начнут тут нам портить все. Вот видите, пока что мы их успеваем убить. Опять еще один плент сейчас подойдет. Вот. И вот эти бочки идут. Бочки могут нам, конечно, навредить сильно. Вот малой опять же идет. Вот видите, вот разрушили все-таки орешек. Разрушили. И успели надкусить... Здесь надо хорошо сработать, потому что сейчас полетят... Полетят все, короче. Малые там. И бочки вот эти вот еще, да. Вот видите, малые, да, куда заброшены были? Вот чё, то, о чем я говорил, друзья. Вот это то, о чем я говорил. Вот в этом есть, конечно, проблема. Вот такая подстраховка мне больше, конечно, нравится. И, в принципе, солнца хватает относительно на все.
Тут главное не зевать, когда вот идут Гаргантюа, потому что реально их довольно сложно вольнуть бывает. Вот еще одна волна. Давайте начнем. Его, да, малой прорвался. Такое бывает, конечно. И еще один нам дали пазл. И забыл сказать, друзья, что когда дрался с Йети, один момент мне дали только 3 мешочка с монетами, а пазлы не давали вообще. Смотрите, вот сейчас вот 4, да, вот у меня на арбуз. Очень высокие шансы его открыть. И да, кажется, мы его открыли, потому что здесь появляется вот такой вот значок. Да, арбуз у нас уже есть. Арбуз мы открыли. В принципе, он нам поможет. Но надо не забывать, что это арбуз первого уровня всего лишь навсего. Но зато до второй лычки 30 пазлов. 30, друзья, это не 50. Поэтому тоже реально открыть, но реально долго придется это все делать. А еще бы хотелось открыть морозную дыню, но не уверен, насколько это будет возможно. Но арбуз уже мы можем как бы использовать, да. Опять же, он слабее нашего грохомета получается, потому что грохомет у нас двухлычковый. Но все равно в некоторых моментах мы его можем использовать. Арбуз это хорошая тема. Давайте дальше смотреть. Так, пороховой дьявол вот этот вот. Ну, это в принципе нам ничего не нужно. Вот это можно было продолжить, вот это растение, больше получить пазлов, но нет смысла связываться со сложным боссом, если, в принципе, нам здесь ничего особо не надо. Что здесь? Ну, картошечка, в принципе. Ага. Ну, думаю, что нет резона вот эту вот ерунду нам открывать, вообще она нам нафиг не нужна. Навряд ли я буду ее использовать. Может быть, это и неплохое растение. Может быть, когда-нибудь в каких-нибудь стратах оно и поможет, я думаю. Но пока что нет. 625, кажется, надо, чтобы все 5 горохометов заработали. 625 солнца, поэтому это многовато пока что. Это дороже, чем морозная дыня. Ну, в принципе, дамаг неплохой. Но опять же, под вопросом. Хотя, может, там и рулит, фиг его знает. Вот здесь где-нибудь, да, на каких-нибудь уровнях. А картошечку, ну, если честно, картошечку тоже под вопросом. Давайте посмотрим, сколько там надо картошки. Так, где там наша картошечка? Вот она в начале. 30. А второе, что у нас там? А, она быстрее будет расти, да, кажется. Картошка это кул, друзья, это хорошо. Ладно. Не уверен, но кажется, она будет быстрее созревать. Это, в принципе, нам не помешает. Ладно, давайте картошку. Побыстрее разберемся с этим зомбосом. Ну, первого уровня они сейчас достаточно быстро убиваются. Прям в самом начале его задамажим, да и все. Так, тут возьмем. Так. А вот так вот прям сделаем. Прямо тут вот максимально быстро его ухлопаем сейчас. Мне кажется, он даже уйти не успеет. А если успеет, то я очень удивлюсь этому. Да и хватит, я думаю. Поехали. Вот видите, как быстро тает шкала его здоровья. Поэтому можно смело вот так вот делать.
очень быстро мы его и уделали. Три эсочки, да? Типа хорошее время, да? И два пазлика. Ну ладно, пойдет. Что там у Йетти? На арбуз, да? Здесь. Вот это вот я собираю на самом деле. Почему? Потому что я еще не открыл вот эту луковицу, но вот-вот она должна открыться, и вот на нее костюмчик, я думаю, тоже будет не лишним, хотя... Я не знаю, как он действует с подкормкой, этот костюм. Может быть, лучше на арбуз начать собирать? Потому что арбуз уже открыт, как бы. И подкармливать его, наверное, чаще придется, чем вот это растение. Ладно, давайте на арбуз будем собирать. Раз такое дело. Потому что арбуз я наверняка буду чаще кормить, чем лук. Ну, здесь. Опять же, этих йети несложно завалить. Единственное, вот надо было, наверное, заменить подсолнух на двойное, что я тупанул. Потому что он же уже открыт мне. Ну да ладно, не столь важно. Плохо нет кнопочки. А двойная скорость, да, которая есть в международной версии. Можно было быстренько промотать. То, что эти йети умрут, сомнений никаких абсолютно нет. Они погибнут, это точно. И дадут нам... Вот, может быть, кстати, и не дадут... вот эти вот пазлы, у меня было такое, что дают три мешочка с деньгами, там, с монетами, да, вот пазлы именно не дают. Такое, к сожалению, тоже было. Вот на вот на подсолнух было бы неплохо. Костюмчик. Потому что в этом случае подсолнух вроде бы как там монетки может давать дополнительные. Раньше это было неплохо, потому что за счет этого получалось получить довольно много монет. И буквально за счет этого я в прошлой китайской версии смог накопить на морозную дыню. Если б не костюм к подсолнуху, к одинарному, я бы не накопил в прошлой китайской версии морозную дыню. Ну вот появляется Йети первый. Давайте его, наверное, сразу будем валить. У меня был также момент, что... Вот, есть у нас первый пазл. Я подкормил какого-то зомби, и он буквально загрыз Йети. Представляете, друзья, вот не помню. Вот кого-то подкормил, типа такого, и чувак пошел обратно и буквально загрыз Йети. Что такое было? Прикольно так выглядело все это дело. Вообще вот эти зомби своих дамажат не очень, если честно. Я пытался зомбосов валить таким образом, но они своих как-то слабо дамажат, практически не дамажат. По крайней мере, что касается зомбосов. Вот опять же там идет... Дерник, да? О, видали, да? Он как раз он подгрыз то, о чем я говорил. Ну, три, неплохо, друзья. Мне, я говорю, было такое, что вообще ни одного не было пазла, и вместо этого монеты мне давали, которые, в принципе, не так нужны. А давайте глянем, сколько там надо собрать на этот арбуз, чтобы можно было его юзать более-менее. А, ну 18. 18, в принципе, не... Ну как? Многовато, конечно, но... Короче, будем стремиться. Будем стремиться. У нас становится больше растений и больше возможностей. Также есть некоторое количество монет. Давайте посмотрим, что мы тут можем купить. Мы можем докупить и открыть, походу, полностью
стену орех высокую. Я бы, наверное, это сделал, друзья, потому что что-то я не верю в то, что... давайте посмотрим, сколько там надо. Все-таки он практически у нас стена орех это с костюмом, практически, да? А сколько там надо? 10, 6. Я думаю, хватит. 6 пазлов, да? Давайте откроем уж, а то, в принципе, надо нам это растение. Можно дождаться, когда его нам откроет, а когда оно откроется, ну, я не знаю, когда оно откроется, а, в принципе, стенка никогда здесь лишней не бывает, тем более высокая, поэтому давайте. Хотя, что я смотрел, вот же, да, 4 у меня есть тут, в принципе, показано. Давайте, да, открываем полностью. Надеюсь, хватит нам монет. Очень на это надеюсь. А здесь все идет, друзья, синхронизируется с интернетом. Если интернет не будет работать, то навряд ли все вот эти вот менюшки вообще будут. Я пробовал играть без интернета, отключал интернет, и у меня вот не было этих менюшек, всяких там бонусов, ничего от этого не было. Короче, играть было невозможно. О, смотрите, как сильно ценник задрали, да. Наверное, я не смогу его открыть. Ну хоть сколько-нибудь. Скорее всего, не хватит, я думаю. Посмотрим, что-то долго вот эта вот стрелочка. 14. Сколько у нас там остается? О, нет, друзья, не хватит. Не хватит нифига. Да, вот он пишет, что у нас уже не хватает. Нифига себе, нам еще 2 пазла. Ну ладно, может быть, в следующей битве за боссом мы откроем эту стену орех. Печально, конечно, что у них такая система с накрутками на цену, да, что вот все больше и больше. Вот 21 тыра, да, требуется на следующий 21 тыра. Ну, в принципе, я знаю, где ее быстренько заработать, эту 21. Давайте быстренько вот сюда вот смотаемся. Ancient Egypt. Хотя бы еще один пазлик возьмем. Чего уж там, да? Где-нибудь вот на сложном ивенте. Здесь, по-моему, 1500 монет дают. Да. Так, ну вот двойной как раз. Двойной подсолнух я могу сразу высадить за счет бонуса, который я тогда получал. За звезды. И, в принципе, это реально тут помогает. Сейчас докупим еще один пазл. Видите, да, насколько быстрее идет процесс. Можно было еще вот подкормку взять, но особого смысла в этом сейчас не вижу. Вот эти вот вещи отвлекают очень сильно. Вот эта вот рекламка дурацкая, которая предлагает нам... Так, ну чё, он этот с факелом не сдохнет, что ли? Так, сдох вроде. Так, и нам уже некуда складывать вот эти вот... Вот видите, да? Ну давайте что-нибудь тут... Так... Сейчас, наверное, вот этих ребят расстреляем, потому что мы близко слишком подошли. Достаточно здесь даются вот этих вот плантов. Пошли вот эти вот ребятки.
Вот мы и получили несколько монет. Теперь мы можем снова попробовать купить еще один пазл. Я вот так частенько делаю, чтобы докопить необходимую сумму. Все-таки один пазл легче доставать, чем два. Мало ли там чё как, да? Вот, и у нас остается буквально один. Но нужно при этом 24 500. В принципе, я могу накопить эти 24 500. Может быть, даже и накоплю. Займусь этим. Ну, наверное, уже за кадром, друзья. Надо этот орешек открывать. А здесь у нас интересный, наверное, уровень будет. Давайте мы до него уж дошли. Ну и давайте посмотрим, что там. Там нам должны предоставить... А может быть, будут показывать, для чего вот это вот электрическое растение. Ну, друзья, кто играл, тот знает, да, что оно помогает бороться с курицами на самом деле. Хотя с курицами можно и по-другому эффективно бороться. Но, тем не менее, оно тут в основном для этого. А вот эти вот колечки означают, что нам, похоже, игра навяжет какие-то свои условия. Вот, мы ничего не сможем сами выбирать. А вот это вот обычное говорит о том, что мы сами можем выбирать какие-то свои растения для прохождения уровня. Ну, я так думаю. А если я ошибаюсь, друзья, то пишите в комментариях, как оно есть. Кто играл, кто знает, да. Так, все мы тут забрали. Тут мы все забрали. Да, вот у нас лотос начал. Следующие будут монеты, потом снова вот это вот растение сомнительное. Я им пока не пользуюсь этим растением. Оно дорого стоит и пока что не оправдывает свою стоимость. Но это пока, друзья. Давайте еще быренько пробежимся по нашим... вот этим вот вещам. Дамажит у нас сильно именно горохомет. Кстати, насчет горохомета тоже вот неплохо было бы его одеть. Такая вот короночка, да, небольшая. Всего лишь 12 пазлов, но не припомню, чтобы на него там были возможности нам пазлы собирать в плане одежки. Но если будут, я, наверное, буду собирать, потому что его достаточно быстро можно собрать. А этот у нас уже с одежкой. Так, Бонгчой, вот у меня тут со здоровьем. Так, это у меня вообще ни с чем. А что у нас там вообще есть? Давайте поглядим. Будильник ни на что я не могу повешать. Вот еще одну могу со здоровьем собрать. А, давайте соберем. Окей, да. А, стоп. Чего там не хватает? А, да, действительно, друзья. Тут же... А тут нужны деньги, чтобы собрать. Помимо пазлов, тут еще надо вкладывать денежки. Ну ладно, забьем. В принципе, ладно. Пусть так будет. Поехали, смотрим, что там. Так, ну вот эти вот ребята, да, курицы появляются. Опять же, вот эти. Ну, для меня самое сложное, это вот эти вот с динамитом. Потому что они реально, если их кучей забросят, то там справиться с ними будет сложно. Вот для борьба с ними весьма и весьма, друзья, напряжная, хочу сказать. Ну да ладно, давайте смотреть, что там. А, да. Сложный уровень, друзья, сложный. А Дэйв как раз об этом и говорит, что запаримся там, и тут неплохо так. Ну, нас сразу забирают дальнюю. Видите, нам дали, да, свой набор. Игра дает свой набор растений. То бишь, мы тут ничего не можем. Ну, дальняя 100% тут для морозной дыни стопудово. Это как бы точниково абсолютно. Тут главное не натупить, друзья. Тупить здесь, к сожалению, очень легко. Подобный уровень есть в международной версии, по-моему. Но это сложный уровень, я вам хочу сказать. Вот, тут очень легко как-то натупить. Видите, да, что я собрал, в принципе, на вот этот арбузик. На дыню, так сказать. Но мне надо продолжить собирать
на эти вот. Вот пошли вот эти ребята уже. Пошли ребята. Да что ж ты, стреляй по ним. Ну, всегда вот этот арбуз вот так вот делает. Ну, бред такой, друзья. Раз и перед собой там затупливать начинает, и вот проблемка. Ладно, нам надо на самом деле вот эту фиготу начинать уже потихоньку. Работать с ней. Так. Вот этого бы покормить. Вот эти успела съесть. А курица успела съесть. Это, конечно, плохо, что она съела. И вот этот вот прыгнул как раз. Отвлекают сильно, что там говорить. Практически без вариантов надо иметь. Таким образом тушить здесь. Могут съесть этот арбуз, если съедят, будет проблема. Но в принципе на волны хватает, видите, тут... Хватает этих арбузов подкармливать. Чтобы избавляться там от этих ребят, подкидывают пленты как бы. Ну, этих ребят мы несложно завалим, потому что они первого уровня пока что. Как бы с ними справиться, там и справимся. Можем потратить, потому что у нас есть плент еще один. Его к тому же и нужно бы потратить. Вот интересно, для чего вот эта платформа? Может быть, тут два арбуза надо было размещать? Скорее всего, два арбуза, друзья, надо было здесь размещать. Это... Потому что хватает солнца. Вот еще два плента у нас осталось, но это только первый этап, который несложный. Второй будет гораздо сложнее. Да, вот нам тут, по всей видимости, открыли вот это растение, нам его отдадут. Ну и давайте попробуем второй взять этап. А вот этот сложный, где вот эти чуваки будут просто все проедать здесь. И курицы будут намного живучей. Давайте все это дело попробуем сделать. Ну, стратегия та же, друзья, на самом деле. А мобы стали толще намного, вот эти вот. И птички тоже толще. Очень быстро они бегают и все склевывают быстро. Но, в принципе, затащить можно этот уровень. Вторая платформа явно для вот этих вот горохометов, но... Что-то не хочется мне эти горохометы... Туда высаживать, их очень быстро съедают, не вижу у них никакого толка. Туда высаживать, попробуем вообще без них обойтись. Они только у нас забирают солнце, если честно.
Вот, как вы можете видеть, мы довольно быстро накапливаем на морозную дыню. Если все правильно делать. Вот эта платформа явно для второй дыни морозной, я думаю. Чувак прошел. И это плохо. Он каким-то образом, друзьям, прошел. Уж я не знаю, каким образом. Не хватило на него. Вот, я принимаю решение вторую морозную дыню заюзывать. Ох, чуть не съели собаки. Не будем так уж сильно экономить. В этом смысла особого я не вижу. Только в чрезмерном... Чрезмерной экономии, да? Вот наверху чувачок, толстенький. Да, здесь реально нужна вот эта вот дыня вторая. Давайте их всех валить. В принципе, это, походу, последняя волна, я думаю. Вот прорываться уже начали, зараза. Ну-ка, давай, кушай. Все, мы победили, друзья, да. Ну, сложнее, конечно, было гораздо, чем говорить. Первый раз мы обошлись буквально одной вот этой морозной дыней, да, вот второй раз нам уже понадобилось их две, это точно. И что там, опять монеты? А, и вот эта вещь, да? Которая должна бы, по идее, усилить немного наше растение. Ну что ж, давайте, наверное, на этом завершим. Я попробую все-таки достать монеты на последний пазл Стены Орех. Не знаю, достану, не достану. Попробую поиграть немножко, накопить. Ну все, друзья, благодарю вас за просмотр. Всем удачи и пока. Увидимся.